Этого певца и музыканта знает вся страна. Не одно поколение выросло на его песнях. Это Юрий Лоза, известный российский певец и музыкант. Оказывается, несколько дней назад музыкант возвращался домой после концерта на личном автомобиле и попал в аварию прямо в центре Москвы. На данный момент он находится в больнице и ни с кем не желает общаться. Его супруга, а также родственники, неохотно выходят на связь. Что же произошло на самом деле и почему артист не хочет ни с кем разговаривать, пока никто не знает. Ждем подробности, друзья, об этой трагедии мало кто знает. Мы первые об этом узнали и сразу же решили об этом рассказать вам. Очень надеемся на то, что в скором времени Юрий Лоза пойдет на поправку и мы сможем поговорить с ним. Надеемся на то, что вскоре возобновятся все его концерты и мы обязательно придем на один из его концертов. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, дорогие друзья, не забывайте подписываться, ведь только так вы будете знать всю правду того, что происходит за кулисами шоу-бизнеса.